Здравствуйте, уважаемые любители декоративного садоводства. Приветствую вас на нашем канале про цветок. Бесснежная зима – это, конечно, проблема для сада, но и обилие снега тоже может являться большой проблемой. Наибольший вред обильный снегопад приносит хвойным деревьям и кустарникам. Дело в том, что мелкая хвоя и мелкие веточки задерживают на своей поверхности большое количество снега. И пока он рыхлый, он еще может и не приносит такого большого вреда. Но в случае оттепели снег отяжеляется, оттягивает наши ветки вниз, что может привести к их длительной деформации, а то и даже к поломке этих ветвей. А если у нас дерево обыкновенное, туи, например, не какой-то специфической архитектурной или садовой формы, то постепенно в течение лета веточки поднимутся и декоративный вид у нас более-менее восстановится. Но если же мы высадили у себя высокодекоративные туи, сорта, смарагды, даники, шаровидные формы и другие формы, то в этом случае потеря формы кроны существенно негативно скажется на эстетике нашего сада. Ну что для этого надо сделать? Все очень просто. Необходимо просто своевременно отряхнуть снег. И тогда веточки, которые деформировались, восстановятся уже в течение зимы и не будут утяжеляться под дальнейшим натиском снега, особенно во время оттепели. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал про цветок.